Станет ли в ближайшее время меньше таких вызовов, зависит от каждого. Так называемый масочный режим в магазинах, автобусах, общественных местах никто не отменял. И рейды там полиции, Роспотребнадзор проводят все чаще. Торговые центры проверяют на наличие санитайзеров и разметку для соцдистанции. Также смотрят, регулярно ли измеряют температуру сотрудникам и, разумеется, следят, правильно ли носят маски покупатели. У многих уже вошло в привычку спускать их на подбородок, а это недопустимо. Проверяющие говорят, что красноярцев, которые пренебрегают правилами безопасности, становится все меньше. Усталость, это мы все понимаем, она есть у людей. Вот. И понравилось, что здесь все, в принципе, в масках. Ну, некоторые, ну, как мы говорим, с носа там и так далее. Но на любое замечание сразу реагируют без претензий, без всяких, зачем это надо, я антимасочник и так далее, и тому подобное. Хочется сказать, что ну, просто ну, необходимо их носить, необходимо защищать других людей, необходимо себя и других людей. Потому что ты не знаешь, ты, может быть, бессимптомник, ты, может быть, там, у тебя родственник работает, ты ходишь и не кашляешь, не чихаешь, что ты заражаешь.